Эти фото взорвали интернет. Американка Ли Энн Эллисон поднимает штангу на последнем месяце беременности. 27-летняя Амбер Миллер на том же сроке отправилась в роддом сразу же после марафонского забега под аплодисменты. А вот 26-летней украинке Саше Когут все равно, что о ней думают окружающие и даже врачи. На 6-м месяце беременности она продолжает поднимать гири и готовится к соревнованиям по вольной борьбе. Вот такое вот поведение, оно достойно восхищения или все-таки осуждения? И должна ли женщина в интересном положении ради еще не родившегося ребенка жертвовать своими мечтами?